Под звуки Одинцовского духового оркестра «Подмосковные вечера» торжественно внесли символы 9-го этапа эстафеты «Салют Победе». Его открыли в одном из самых крупных мемориальных комплексов России – Парке Победы, среди экспонатов военных кораблей. И это не случайно, ведь новый этап посвящен городу-герою Мурманску, столице Северного флота. Мурманск – это полярный день и полярная ночь. Мурманск – это сказочное северное сияние и золотистый снег на сопках. Мурманск – это гордость и сила российского флота. Северный флот стоит на страже нашего государства. С любовью и гордостью говорят о своем городе почетные гости из Мурманска. Рассказы о его истории и великом подвиге теперь будут передаваться из уст в уста, от одного города в другой по всему Одинцовскому округу. Эстафета принесет память о каждом герое из прошлого и настоящего. Мне очень приятно, что в этом году мы будем изучать и защитников Родины, участников спецоперации, которые ушли из города Мурманска на нашу спецоперацию. Мы налаживаем связь с кораблем. У нас морская тема Мурманск, а у нас есть корабль боевой, который находится на боевом дежурстве в Калининградской области, Балтийский, и носит название «Одинцово». С каждым этапом эстафета объединяет все больше людей и территорий. Юнармейцы и долголеты, серебряные волонтеры и дети войны, ветераны, начальники теруправлений. Первой уже по традиции открыла новый этап и приняла символы эстафеты Кубинка. Разрешение. 9-й этап историко-патриотической эстафеты «Салют Победе», посвященный городу Мурманск, считать открытым. Разрешаю! Это один из самых мощных патриотических проектов Подмосковья, уверена депутат Государственной Думы Алла Полякова. Она рассказала о запуске пилотного проекта на площадке общественной приемной «Единой России. Время героев». Мы даем возможность найти своих близких, встречаемся с семьями мобилизованных. Мы даем возможность общения, поиска людей. И такие проекты в наше непростое время особенно важны для подрастающего поколения. Чтобы правильно понимать настоящее, надо хорошо знать свою историю. Подрастающее поколение должно быть всегда присутствовать на этих мероприятиях. И мы должны его заинтересовать интересными рассказами, воспоминаниями из нашей воинской службы. Это будет залогом наших дальнейших побед и укрепления нашего государства. После торжественного открытия и передачи символов, знамени Победы, медали за оборону Советского Заполярья и офицерской фуражки военно-морского флота, погибших воинов почтили возложением цветов у памятника военным морякам. А в завершении для всех желающих провели экскурсию и рассказали об экспонатах мемориального комплекса. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».